Так, приехали в бухту радости. О, в юрте посидим. Все, побросали вещи, пошли не играть. Бронежилет, конечно, больно. А лицо у них маски будут, да? У тебя сил нету. Слабачка расстегнуть не можешь. Ну, так тебе командир будет брать, вот так. Помогите магазин поднять. Пацаны, магазин не могу поднять. Вот мы Бахмут 9 месяцев. О, комсомольцы, добровольцы. Там в компании полицейских, там взрослые видят. Как-то снялись предохранители случайно, одежды что задели, курок нажался, шарик вылетел и попал в заглушку. Поэтому, выходя с площадки, мы обязательно на ствол одеваем вот эти заглушки. Они здесь на резинках, чтобы они не мешались при стрельбе и не болтались, вы можете их вот так обернуть вокруг баллона, все, и я сюда не попадет. И... Полицам сразу видно, вот ты выходишь, сразу видно, они террористы. Кто в террористах, кто в спецназ. У команды спецназа в команде есть медик, у которого вот таких вот три пластыря, которые могут спасти три жизни. То есть, если ранением у нас смертельным считается это туловище и голова, маску попали. Это ранение смертельное, после которого мы выходим с площадки. Если попали руки, ноги, опа, можно оставаться, продолжать бой, вы просто ранены. На три раза вернуть или троих людей вернуть обратно на площадку. Значит, у террористов нету пластырей, нету медика, но у них есть флаг, который спецназ пытается захватить. Раунды мы ограничили по 15 минут. Если за 15 минут спецназ не успевает проникнуть на территорию террористов, подробно расскажу, чтобы сейчас каши не было в голове. Сейчас играем просто обычный бомба. Без всего, без медиков, без этого, без пластырей. Давайте жребий. А есть там красные, белые какие-нибудь? Ну что-то вообще. Путин царь, Путин царь. Красные это не террористы. Кто спецназ? Мы желтые спецназ.
Все, сюда! Террористы и спецназ. Здесь уже не видно. Ну да, такой вот, ты не пойдешь.